Он мне сразу не понравился. Лореда хранит здесь подарки от местных купцов. Похоже, он ждет нападения Йорвита. Кстати, я слышал разговор коменданта с Шиалой. Не знаю, что они там обсуждали. Но мне кажется, Лореда пытается провернуть с ней какие-то дела. Посмотрим, что он скажет. Комендант жалования задолжал. Значит, как вернешь долги, тогда и придешь. Так я ж тебе заплачу. Ходи, тебя ждут. И куда идти? Хибара-то не маленькая. Тебе, то есть вам, значит, никуда ходить не надо. У нас приказ пропустить ведьмака и никого более. Сучий потрох! Ладно, хочешь по-плохому, будет по-плохому. Только без скандала, не то вызову подкрепление. Не нужно. Передай Лореда, что я понял, к чему он клонит. Ну, бывай, Роше. Ты к коменданту? У меня к нему дело. Желаю удачи. У него, похоже, скверное настроение. Есть причины? Лучше поговорим об этом в другой раз. И определенно в другом месте. Ну вот и ты, наконец-то. Меня не пускали, пока здесь была чародейка. Ты ее видел? Размалевана, как маркетанка на марше. Чародейки думают, что им все можно. Я слышал о том, что произошло в Тимерии. За тобой выслали розыскную грамоту. Дело паскудное, но я думаю, мы как-нибудь договоримся. Я представляю здесь закон. Я хочу знать, что легендарный Белый Волк ищет в нашем медвежьем углу. Я ищу того, кто виновен в смерти Фольтеста. Здесь? Скаэтаэли замешаны в этом убийстве. Их следы привели нас во Флотзам. Тогда тебе повезло, что ты со мной встретился. Если на руках Йорвита действительно королевская кровь, я помогу тебе его найти. Меня больше интересует сам убийца. Здоровенный мужик, трудно его с кем-нибудь перепутать. И это он? Да, он убил Фольтеста и теперь прячется здесь в лесах. Значит, будем его ловить. Я надеюсь, что ты на нашей стороне. На которой? Людей из Флотзама, которых много лет пытаются истребить эльфские бандиты. Местные раздоры меня не касаются. Ты ведь убивал эльфов у стен Флотзама. На нас напали. Ты просто не понимаешь. Это ты чего-то не понимаешь, Лореда.
Я, строго говоря, тоже не человек. Может, ты эльф? Краснолюд? Нет? Тогда хватит молоть чепуху. Мне насрать на то, что тебя обзывают выродком, что у тебя белые волосы и глаза светятся. Ты такой же человек, как и все. Здесь война. И верхом на заборе не усидишь. А эльфы и краснолюды из фактории? Кузнецы, торговцы, звероловы? Они охотятся, едят и спят вместе с людьми. На чьей они стороне? Не знаю. О том и речь, ведьмак. Когда дерешься за жизнь, нужны только надежные союзники. Нелюди Флотзема. Ты прав, они едят, трахаются и срут среди нас. Но кто знает, что будет, когда Йорвит позовет их на последний бой? Разве они не доказали своей лояльности? Они прячутся от Йорвита за стенами. Но они его понимают, ведьмак. Его язык, его методы, его веру. Мы позволяем им жить среди нас, а они однажды перережут нам горло и откроют ему ворота. Мне не по себе от таких разговоров. Ты ведьмак. Твоя задача – защищать простых людей от чудовищ. Я же охраняю людей от опасности, притаившейся среди деревьев. Вижу, куда ты клонишь. Есть чудовище, которое убивает людей, вышедших в лес за хворостом. Так вот, Йорвит не лучше. Он даже хуже, потому что умнее и более жесток. Как его найти? Я не прошу, чтобы ты его убивал. Даже тебе не справиться со всем его отрядом. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но я не буду вдаваться в подробности. Белки что-то замышляют. Они подбираются все ближе к гавани. Есть подозрение, что они хотят захватить барку, которая у нас пришвартована. А что на барке? Бандиты, убийцы, насильники. Все они должны быть отправлены в лагерь Дракенборг, как только... Как только к ним присоединится их поверженный предводитель. Вишенка на торте и самый ценный трофей в коллекции Бернардо Лоредо. Точнее и не скажешь. Покуда Йорвит на свободе, люди, эльфы и краснолюды не смогут жить рядом без взаимных подозрений. Я должен разузнать, что затевают белки. Я-то как тебе помогу? Ха! Ты недооцениваешь меня, ведьмак. Я иногда пристрастен, но я не посылаю на виселицу невиновных. Хотя однажды с нелюдьми придется что-то делать. Вот, к примеру, твой дружок Золтан. Он же общался с Йорвитом. Как он мне поможет, если его за стены не пускают? Ха-ха, не торопись, Геральт. Доверие надо строить постепенно, шаг за шагом. Убей Кейрона, и я прощу твоим приятелям все грехи. И тогда Золтан приведет тебя к Йорвиту. Я попробую что-нибудь разузнать. Я верю, что ты принесешь Флотзему мир, хотя ты сеешь бурю везде, где появляешься. Не подведи этот городок, Геральт. Бывай. А уж совсем хорошо, если есть кого оттрахать. Не забудь свою железяку.